последний месяц зимы – февраль. У любителей подледного лова он связан с глухозимьем, с почти полным отсутствием клёва. Да тут еще внезапно нагрянувшие не по времени морозы. Нет, не лишит мороз и вьюга этих неугомонных людей от надежды и возможности ощутить хотя бы раз волшебное таинство поклевки. И несмотря на все возражения родных и близких, рыбаки вновь и вновь стремятся на лед. Прячется же где-то здесь, почти под метровым слоем льда, карась. Уединившись в палатке и оставшись наедине со своими мыслями, рыбаки колдуют над безмолвными лунками. Рыба вообще всякая есть, просто сейчас ее очень мало здесь осталось, она же горит постоянно. А сюда не заходит никогда сейчас, да? Сейчас не заходит, да. А раньше заходила вода? Раньше всегда заходила. Вода заходила и прилично клевала. Сорожка крупная была, окуня очень много было, щурят, щук очень много, щуки очень много здесь было вообще. Ну, видно, это погода меняется, потому что это давление же 730 было. Скричает, да еще и с ветерком. Не очень-то уютно на холодном ветру без палатки. Он не клюет на озере Ольховом. Даст ли что-нибудь попытка поменять место ловли? Не клюет и на белый. Даже ершей наловить для живца проблема. Не клюет ни днем, ни вечером, ни ночью, хотя для налима самое что ни на есть пора, ведь у недавно отнерестившегося единственного пресноводного представителя тресковых сейчас должен быть жор. Странный этот народ рыбаки. Мало им бесклёвья вокруг да около. Так ведь надо намотать 1500 километров, сжечь бензин, провести какие-то несколько часов на льду, чтобы убедиться, что и здесь тоже не клюет. Хоть поклёвку-то видел? Нет, ни одной поклёвки не видел. Что, мормышку новую взяли? Да. И тут уже ни смена мормышек, места, способа ловли, ничего не помогает. Все впустую.
надо же, в этой компании рыбаков можно встретить и женщин, что в такую непогоду трудно себе представить. А вот смотри, в сторону берега нету рыбы. Не пищит. Смотри, какой косяк. А это значит, что только поиск, поиск и еще раз поиск. А рыбе что-то неохота. Не хочет покидать свою родную стихию. Холод показывает, он же пищит. Пищит. Рыба здесь, это, ну, 100% она есть. Есть-то есть, но вот как ее взять? Да, февраль, глухозимье. Ну, а лето еще к нам придет. Никуда оно не денется. А пока за окном метет и вьюжит морозный февраль. Но не будем отчаиваться, глухозимью скоро конец. И у нас как минимум месяц твердого льда. Успеем еще набуриться от души. Наши водоемы порадуют нас достойными уловами и наверняка не ошибусь, если скажу, трофейными. Поспорим, а что это такое? Это густерка. Это густерка, это не подлещик. Не подлещик, да. Это не подлещик. Это сапа такая же. Ну, приличная сапа. Да. Ну, а то разговор... Товарная, будем говорить. Да, люди подходят, говорят, подлещик. Ну, это не подлещик. Не подлещик. У подлещика меньше это. Вот многие, говорю, подходят и говорят, так открывают, о, подлещик наловил. Я говорю, а где подлещик-то? Вот. Еще люди показывают, приходишь там, как их поймал, во поймал. Ну, не соврем же, да? Да. Вот. Да, а покажи да. Вот так на улице, каких ты ловил, вот таких ловил. Да не может быть, вот такое, наверное. Врасте, а мы не врем, во. Точно. А если бутеру положим? Это еще маленькое. Да, в основном вот такие ловим. Ну, кто поверит, смотри, с локоть почти. Вот такие ловим, да, вот это хорошее. Такие ловим. Да, такие. Мы не обманываем. А то, говорит, так, ну, не бывает таких рыб. Ну как не бывает? У нас, наверное, такие все бывает. Еще и кусневая, да? Еще крупнее. Ну, шершавый мешок, шершавый, предательский.
ловил. Вот я наливаю, да, термос, я смотрю, у меня что-то играет. Раз.